такие большие духовки. Здесь только пиццы делаются. То есть для пиццы даже отдельная духовка? Да, здесь она лучше получается. Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник отмечают повара и кулинары всего мира. День повара был учрежден 13 лет назад. Несмотря на то, что кулинарное дело сегодня – это настоящее искусство, остаются те, для кого готовка – ежедневная работа, но любимая и важная. Лидия Ларина раньше готовила для военных. Потом поварское дело стало для нее главным, и цеха закрытой военчасти сменились на просторную школьную столовую. И вот вместо каши с тушенкой ароматные булочки с глазурью. Булочки имеют разные формы, выдумываем на ходу. Детям нравится. Одни булочки они зайчиками называют, другие – эклеры. Как рассказывает Лидия Николаевна, повара четко следуют 10-дневному меню. Как на любой кухне, в школьной столовой есть и свои секреты. Выдавать их повара, конечно, не торопятся. Говорят, какой же это тогда секрет школы, если о нем узнают другие. Но нам признались, иногда готовят особое рыбное блюдо, что-то вроде морской лазаньи. Сразу вспоминаются примеры японских соседей. Там школьников кормят полезной икрой морского ежа. Но, как известно, дети, в отличие от взрослых, голосуют за вкус, а не пользу. Иногда я покупаю булочки больше всего. Мне нравится столовой. Ну, у нас в столовой все вкусно. Ну, я в основном беру пиццу, ну и сок. Ну, мне этого вполне достаточно. Ну, я обычно ем рыбу, салат. Очень мне нравится, как готовят. А вообще, мне кажется, все вкусно очень. Школьная столовая – это целое производство. В каждом цехе свои продукты – овощи, мясо, рыба. В одном из таких цехов происходят самые сладкие процессы. Например, чтобы тесто для свежей выпечки было воздушным, используют такой вот тестомес. А из этих шариков совсем скоро получится пицца – один из школьных фаворитов. Дети очень любят у нас наш батон, хлеб. Да, то есть едят вообще, очень им нравится. Ну, естественно, самое любимое – это у них пицца, сосиска в тесте, булочка с яблоком и шоколадка. Это их самые любимые булочки. О своей работе повара говорят с особой любовью. Кто-то посвятил кулинарному делу уже не один десяток лет. Повара признаются, готовить для детей – особенная задача. Здесь имеет значение даже настроение, с которым ты приступаешь к готовке. А ведь рабочий день начинается еще до восхода солнца. Чтобы успеть накормить целую школу, 8 поваров заступают на смену в 5-6 утра. Варят и стряпают под жар духовок, из которых, как из сказочной печки, то и дело достают румяные пирожки. Работа в столовой очень интересная, но не самая легкая. Каждый день хрупким женщинам-поварам приходится управляться вот с такими большими печами. Надо все делать быстро, пока булочки не остыли. Ольга Продан, Дмитрий Сухоруков, Данил Клёва. Новости на восьмом.